Вишневый сад вместо бетонной свалки. В Святошинском районе столицы активисты и местные жители посадили 30 молодых вишен. Все благодаря фонду «Нардеп» Александра Третьякова. Деревья высадили по соседству с жилыми домами, чтобы люди могли за ними ухаживать. Мероприятие приурочили к юбилею создания стихотворения «Садок вишневой колохаты» Тараса Шевченко. Организаторы уверяют, акция будет иметь продолжение. Уже этой осенью планируют высадить еще 20 деревьев. Вот садок вишневый Шевченко, как раз с этим и ассоциируется, поэтому здесь будет красивый вишневый сад. Каждую вишню высаживает отдельная семья. И вот это уже будет дело их гордости, полить их два раза в неделю, чтобы через 3-4 года был огромный красивый сад.